Хорошо. Отлично. Встретимся на посту Гвардия Альфа. Попробуй запустить крюк, когда ты на парашюте. Сматывай, подтягивай себя в воздухе. Это как полет. Сюда. Сюда. Что такое? Вот так. Взрыв предотвращен. Взрыв? Безопасность прежде всего. Ты в порядке? Да, идем. Я в порядке. Если с конструкцией что-то не так, я должна буду это исправить. Ты же не боишься летать? Нет, конечно нет. Агент, боящийся высоты. О, это повстанцы. Салют, салют. Салют. Что ты со мной сделала? Торжество технологий. Твой крюк усовершенствован. Вероятность случайного отделения конечности стала меньше. Теперь ты можешь цеплять сразу два объекта и притягивать крюк. Твой друг Марио предложил назвать устройство крюкохват 03, но не думаю, что юридический отдел согласится. Думаю, начать можно с поста Гвардии Альфа. Может, выломать ворота? Да. Так путь на аванпост будет открыт. Я обратила внимание, что повстанцы плохо лазают через заборы. Наверное, мало каши едят. Я знаю, ребята, что было непросто. Но это все меняет. С этой штукой можно будет разнести весь аванпост. Причем без единого выстрела. Вот теперь хорошо. Я вхожу. Также мне нужна помощь. Передаю новые координаты. Что за неряшливая работа? Это не фаервол, а решето какое-то. Кто им сеть устанавливал? Бабуины? Ладно, поехали. Можно было просто покричать. Сейчас начнется атака. Войска на подходе. Это ответный удар за вчерашний вечер. Повстанцам грозит опасность. Вражеская пехота сомнет их. Какая трагедия. И как удачно. То есть неудачно. Нет ничего удачного в трагедии. Это возможность испытать новое изобретение. Что это такое? И предотвратить катастрофу. Подними руки. Вот так. Что ты делаешь, женщина? Готово. Теперь у тебя есть вингсьют. Можешь летать. Начинать лучше рядом с обрывом. Долети до моста. Надеюсь, сработает. Иначе нам конец, Рико. Мы должны сделать все как следует. Дайма, а вингсьют-то хорош. Возможно, не сообщила. Я дала тебе GE-64, опытный образец, с бавариевой взрывчаткой. Тогда начнем с моста.
Иду к точке наблюдения. Бойцы и Диравелла движутся быстро. Пожалуйста, поторопись. Готов к прибытию конвоя. Вояки Диравелла даже не поймут, что случилось. Отлично! Рекомендую подобрать броскую геройскую реплику. Или... Подожди, я засекла вертолеты на подходе. Рядом две установки ракет «Земля-воздух». Отмечу их расположение. Рекомендую перепрограммировать. Панель управления ЗРК. Установка под нашим управлением. Теперь к следующей точке. Скорее! Вертолеты уже здесь. ЗРК не успеют сработать. Кажется, получилось. Я завел себе новых друзей. Спасибо, Дайма. И спасибо, что побыл морской свинкой. Поговорим позже. Ответь, Рико. Алло, это я, Марио. Марио Фриго. Помнишь, где бабуля моя живет? Она сегодня будет готовить. Заходи обязательно. Прием. Откуда у тебя комлинк, Марио? Что? Да у всех они есть. Рико, ты должен сказать прием. Прием? У всех? Прием. Дались тебе эти комлинки.